то, что касается навыка реконструкции, то, конечно, для его эффективной реализации недостаточно просто самой реконструкции. Для этого необходимо иметь и собирать дополнительные знания о том, как люди себя ведут в тех или иных ситуациях, потому что от ситуации люди ведут себя, в зависимости от ситуации люди ведут себя по-разному. Вот. Почему одни люди воспринимают там что-то как интересное, увлекательное там, и так далее, а другие, в зависимости, например, от своего психобиологического типа, воспринимают эти ситуации, наоборот, как скучные, унылые там и так далее. Вот. То есть здесь набор нужно увеличивать просто количество своих знаний в принципе о том, как работает, как психика функционирует, какие есть особенности у людей. Ну, вообще это уже действительно вопрос такой персонализации, да, то есть вот когда вы работаете с клиентом, ну, у него название клиента, но среди этих клиентов могут быть там, по Павлову, художники и мыслители, и им потребуются совершенно разные аргументы, совершенно разные как бы маркетинговые предложения. То есть там художники реагируют на скидки, а мыслители по Павлову или конструкторы в рамках нашей терминологии, вот, им нужно как можно больше деталей. То есть чем больше деталей вы дадите, тем этот человек легче примет решение, но если вы такие вот художнику или рефлектору дадите детали, то он в них просто сразу заскучает, ему нужен мощный образ, мощный посыл там, и так далее. И этих знаний, что называется, никогда не бывает достаточно, и здесь в этом смысле важно персонализироваться. Да? Вот. Реконструкция, она предполагает, что у вас эти знания ли есть. Ну, вот. Поэтому чем больше у вас знаний о том, как ведут себя люди в зависимости от их особенностей и так далее, в тех или иных ситуациях, как они там, реагируют на те или иные стимульные факторы, позволит вам реконструировать это точнее. Поэтому, если вы хотите быстроты и точности, то задача состоит в том, чтобы увеличивать количество своих знаний, своих скиллов, да, с точки зрения вот такой социальных, социально-психологических составляющего этих софт-скиллов. И чем вы более проскиллены, да, с точки зрения понимания людей, с точки зрения знания о том, что такое их психология, что такое социальная психология, что такое там, когнитивные искажения там, и так далее, тем вы, конечно, будете действовать точнее.